Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Сука, ебучие бомжи, блять. Просто, блять, ебал. Просто бомж на дорогу выехал, я, блять, попытался объехать. Как уебался, блять. Ебать его в рот, блять. Ёбаный в рот. Воу-воу, блять, сальтуха была бы. Ёбаный в рот. Взорвется. Ёбаный в рот. Блять, пизда, нахуй. Она не едет, ёбту налево. Что происходит? БМВ перестала ехать, пацаны. Пизда, все. Че, может, Карпасу пизда или что? А перед началом ролика хочу поставить вам группу проекта Arrivera Roleplay. Это сервер в КРМП, который открылся полмесяца назад. Онлайн здесь пока что небольшой, но это поправимо, пацаны. Все ссылки я оставлю в описании. Здесь вы можете найти промокоды, модпак, IP и так далее. Все, что нужно знать об этом сервере. Поэтому, кому понравилось, смотрите, заходите, читайте и играйте. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay, первый сир, мы здесь Кирилл Путбуль. Кстати, не забывайте отменить при регистрации. Сегодня, пацаны, у нас будет Мурка в деле. Наконец-то, извиняюсь, что так долго задерживал, потому что с последней серии прошло уже, по-моему, недели две, если не месяц. Поэтому поддержите лайкосиками, пацаны. Эта серия будет нормально, так поддержали вы лайками, и давайте эту серию тоже поддержите лайками. Я зашел специально утром, но, блин, в сети есть один администратор. Сейчас ровно 6 утра, и в сети, по-моему, есть один администратор. Что у меня варнинги полетели. Да. Сальвадор Родригес есть, поэтому, блин, я хз. Так, я решил перезайти, чтобы меня не крашило, потому что начали идти варнинги. Я вообще дальнобойщику писал, что дом слетел в Бусаева, но сейчас онлайн 46 человек, и никто его почему-то не ловит. На самом деле, я бы тоже его словил, потому что дом довольно-таки неплохой. Ну, это средний класс, не высокий, а средний. Но все же, за 2 миллиона словить такой домик, я думаю, это будет круто. Давайте я вам даже тайм сделаю, там, кому интересно, вот. Ну, скорее всего, когда вы смотрите серию, его уже словил кто-то, потому что, блядь, ну, по-любому кто-то его словит. Ну, блядь, ну, тут гадалки не ходи, его кто-то дословит. Поэтому, да. Побежали, короче, к машине. Сейчас едем в сторону Батырева. Почему в сторону Батырева, я вам объясню, в принципе, уже, когда буду туда подъезжать. Там есть две причины. Первая — это локация, вторая — это надо к Петремке. И сейчас мы две эти вещи сделаем. Извиняюсь, что я не подготовился, потому что я только проснулся, решил сразу записать серию, чтобы вы понимали, как происходит весь этот процесс. Администратор вроде не работает сейчас этот... Как он там? Стоп, админс. Так, администратор вроде бы не работает, да. Все заебись, поэтому... Ну, как не работает? В сети он, конечно, 26-й. ID... Баню, 45 уровень. Да, ну, ID 26. Так, давайте Сальвадор напишем. Сальвадор. Просто, блин. Да, он, кстати, он не АФКшит, поэтому, блядь, будет опасненько. За всю историю Мурка в деле меня ни разу не садили в Деморган, не давали варн. Мне кажется, сегодня это произойдет. Ну, надеюсь, что, конечно же, нет. Все, едем в Батырево, там уже продолжим. Итак, вот та самая локация, где мы будем, в принципе, прыгать. Да, это вот эти горочки, какие идут по пути в Батырево. Я думаю, это будет круто. Реально, я думаю, это будет круто. Вот эти горочки такие. Честно, я еще ни разу не пробовал вообще. Ни разу именно вот здесь я не пробовал. Поэтому будет интересно, в принципе. Сейчас нужно теперь доехать, купить... залить бензинчика в бэху, потому что 15 литров всего лишь, и купить ремок. Сейчас все это сделаем и уже будем прыгать. Сука, ебучие бомжи, блять. Просто, блять, ебал. Просто бомж на дорогу выехал, я, блять, попытался объехать. Как уебался, блять, об забор. Как сальтуху ебанул, и машина сразу в тотал, блять. Пиздец просто, пиздец. Ебал этих бомжей, блять, сука. Пизда, блядь. Всю машину. Да ну нахуй.
Да вы ебанутые. Да пизда. Да не может быть, да ну нахуй. У меня шуремки нету. Пожалуйста. Сука, блять, ну пизда. Так, ладно, не будем огорчаться, короче. Добежал я до бизнеса. Что это за бизнес? Это бизнес нашего чувака, в принципе, господин Прайд, если что. Находится оно вот здесь. В Батырево, короче, возле озера. Вот здесь домик есть, возле озера, короче, здесь он находится. Все, покупаем ремки, блять. Сколько у меня, на 4 ремки хватит? Да. На 4 ремочки хватит, короче, так, ремкомплекты. Серия будет длинная, пацаны, но это, по-моему, интересно, как происходит подготовительный процесс к Мурка в деле. Я думаю, вам это будет интересно. Блять, надеюсь, сука, 4 ремки хватит, хотя я сейчас одну использую, блин. Сука, ну ладно, короче, побежали. Кстати, пацаны, я, если что, всю ночь не задротил, я просто проснулся в 6 утра, и вот и все, решил видос записать. А вам советую, блядь, ночью не задротить, потому что, ну, блядь, потом весь день спать, проебывать лето, пацаны, ну, дело такое. Блядь, вот чего я боялся, админ начал работать, сука. Блядь, ну, лечу, блядь, так улечу, тоже контент, в принципе, если я в Деморган улечу. Надо хотя бы как-то улететь, я думаю, по-нормальному, блин. Ну, если он меня сейчас ебанет, это будет такое себе, конечно. Блять, рискованно, сука, зашел специально в 6 утра. Ну, я проснулся и подумал, блядь, почему бы не запустить серичку. И, сука, блин, админы. Вот с 9 утра, вот я в 9 сюда захожу на сервер. Вот с 9 утра до 10 их вообще нету, блядь. А тут, блядь, как, сука, нам маслом намазано. Не, я ни в коем случае не говорю, что это хуёво. Красавчики, что они утром админят, помогают там игрокам, следят за сервером и так далее. Красавчики, ну, блядь, для меня это сейчас как бы очень хуёво, потому что, во-первых, я могу лучше, конечно, вареник получить, на самом деле, чем Деморган. Серьезно, для меня лучше получить вареник, чем Деморган. Ну да ладно, все, чинимся и поехали на заправку, блин. Так, я приехал на заправку и хочу сказать спасибо всем вот этим пацанам просто. Это, получается, Никита Савицкий, Джонни Прайд, Тиаго Путбуль, обратно Джонни Прайд много раз, Серго Брукс, Данил Орионов, я, в принципе, бабки ложил, Александр Полетти, тоже я деньги ложил, так, Джет Беркутов и Жакот Рестер. Всем спасибо просто, это те пацаны, которые поддерживают Фому и помогают, реально красавчики. Большое вам спасибо, пацаны, вы реально красавчики. Если что, мы копим на бизнес, в принципе, уже некая сумма есть, это лям 200, я думаю, ну, конечно, копим медленно, но уверенно, пацаны, медленно, но уверенно, я считаю, это круто. Так, все, заправляемся, фил, бля, я уже забыл даже, как заправляться, так, 87 литров, все, теперь можно ехать, наконец-то, прыгать, погнали. Блин, ремка 85% всего лишь чинит. Это хреново. Я даже чуть-чуть уебал что-то. Я, блин, еще сонный, блядь. Пиздец. Ну ладно. Сейчас что-то попробуем. Так, я, наверное, машину паркану. Давайте давайте с этой стороны будем пробовать. Давайте я паркану машину, чтобы все было четенько. Так. Пробуем сейчас отъехать вот сюда. Так, а ну если мы... Это... Бля, я не знаю, что с этого получится на самом деле, вообще без понятия. Давайте попробуем, что делать. Я специально парканулся, потому что некоторые говорили мне, что типа вот ты можешь в воду лететь. Так, включаем нитро, короче, и пробуем. Не знаю, что с этого получится, но давайте, ёпта. Ебать его в рот, блядь! Ёбаный в рот! Ебать! Ого! Вот это, блядь, нихуя себе, я вам скажу. Бля, это сильно. Так, давайте, может, с этой стороны попробуем. Потому что... Бля, это сильно, нахуй. Это реально сильно, бля. Так, давайте я, наверное, вот так вот сделаю. Чтобы, бля, прям было как надо, бля. Вот так вот. Все, чтобы я еще мог скриншотик ебануть красивый. Как я лечу, нахуй. Так... Ускоряемся, ёпта. Воу. Блядь, сальтуха была бы. Ёбаный в рот. Чинись. Блядь, она сейчас взорвётся. Ёбаный в рот. Блядь, пизда нахуй. Блядь.
Я забыл, она взрывается, блин. Это же сделали, чтобы она взрывалась. Ебать, она ебанула, блин. Корабль, пацан. Вот это эпик, просто спас реально лайк. Ебать, она ебанула жестко просто. Я не успел просто выбежать. Я, блядь, смотрю на горе, думал, сейчас потухнет, наверное. Потом, блядь, вспоминаю. Она же, сука, взрывается, блядь, как ебанула. Пиздец, короче. Все, лекаемся, я релогаюсь, наверное. Либо как-то доеду и продолжаю. Так, я зашел в особняке семьи, потому что все равно Бэха там находится, в принципе. Да, конечно, сейф у нас не густой. Ну ладно. Сейчас, короче, берем какую-то машину. Так, я просто чекну информацию. Ага, надо будет оплатить. Хорошо, короче, да. Что там из машин что-то стоит? Да, стоит все, кроме Бэхи. Я так понял. Ну, кто не знает, у нас вот такой вот автопарк, пацаны. Набор к нам идет с... получается 20 уровня. Ну, короче, у вас должен быть как минимум 20 уровень и адекватность. Все контакты будут в описании и в комментариях. Кто хочет там вступить, в принципе. Мы на втором месте вроде бы как до сих пор. Да, на втором месте. Короче, в семье у нас сколько человек? Я просто не запомнил. В семье у нас 121 человек. Ну, я думаю, это нормально вполне себе. Сейчас мы набираем только... у кого есть 20 уровень и адекватных людей, в принципе. Поэтому как-то так. Все, поехали к Бэхе и будем продолжать это безумие. Кстати, кто не был на стрим, пацаны, я выучил, по-моему, стиль боя. Надо его поменять. Фристайл. В смысле? У меня... Бля. Удар 5. XP. Бля, я просто на стриме учил стиль боя, удар с локтя, и... сука, он мне что-то не выучился. Ладно, надо будет его потом доучить. У Джонни есть спортзал или что? В GPS он находится бизнесы и 27-й бизнес у него. Так, вот, спортзал, качок-петушок. Да, название спорное, пацан, но кто желает, то приезжайте. Находится он, получается, вот здесь. Вот, находится в Арзамасе, вот здесь на перекрестке таком вот. Недалеко от стадиона. Поэтому, кто желает, можете приезжать. Я тоже, наверное... либо сегодня, либо когда-то там приеду, надо будет все стили боя докачать. Они мне куплены, но нужно их просто прокачать, чтобы они у меня уже были и работали. Поэтому вот такие вот дела. Так, я подъехал, а Бэхи почему-то нету. А, вот она. Появилась, родная. Так, ну чё, продолжаем, ёпта. Кстати, мне с этой стороны как-то больше понравилось. Блять, она, я её открытой заставил, сука. Какой-то пиздюк на ней ездил. Так, будем, в принципе, вот так вот ехать. Так, надеюсь, меня админы не ёбнут, потому что это будет вообще не прикольно, хотя уже контентик есть. Именно не контент, а контентик, да. Что-то я слово такое, блядь. Ладно, хуй с ним, короче. Алё, Алёша. Чё за... что за хуйня? Чё она не едет? Алё, БМВ. Она не едет, ёпту налево. Что происходит? БМВ перестала ехать, пацаны. Пизда, все. Че, может, Карпасу пизда или что? 71, да хуй знает, что. Смотрите, она не едет. Я нихуя не так. Смотрите, она сама начинает ехать. Я только что клавишу не трогал. Ну, трогал, только я хотел приписать. Бля, что с машиной? Мурка сломалась? Что за. Смотрите, что с ней происходит? Ей пизда, пацаны. Сейчас, короче, попробую релогнуться. Если не поможет, то, блядь, это пиздец будет. Так, я релогнулся. Владимир Ленин, привет тебе. Давайте напишу. Передал. Так. Что по машине вообще? Едет, не едет? Алло. Блядь, заведись, сука. Что за хуйня? Да ну нахуй. Машина не заводится. Чё за... Во, завелась. Не, она не хочет ехать. Я не знаю, что с машиной, все, пизда. Она не хочет ехать. Так. Press limit. Не, нихуя. Видите, она не вообще откажется ехать. Она вообще не хочет ускоряться, вообще ничего не хочет. Я не знаю, с чем это связано, но походу я уж стал мурку нахуй.
после взрыва она не хочет вообще ехать, смотрите. Я еле вот выжимаю эту скорость. Пиздец. Ай, блядь. Я сломал машину. Не, видите, я смотрю, пишите. Я пишу эстимит, видите? Вот. Чтобы вы не думали, что это, блядь, постанова там и так далее. Я не включал никакой ограничитель, ничего. Она просто отказывается ехать. Смотрите, я вот нитро включаю. Она не хочет, сука, ехать просто, блядь. Пиздец, я не знаю, что делать вообще. Серьезно, я не знаю, что делать. Это пиздец. Не, пацан, вообще не едет, короче. Я думаю, там будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я не знаю, что с машиной делать. Видите, она вот, она уже 200 должна ехать. Она еле ускоряется, ее тормозить начинает, видите? Вот, смотрите, разгон с места просто. Видите, она еле 25 выжимает, потом... Ну, короче, я не знаю, что с машиной. Буду что-то думать, решать, может, админа писать, потому что я не знаю, что с машиной. Хотя пинг у меня 67, все нормально должно быть. После взрыва просто машина не хочет ехать. Все, всем пока-пока.